В честь Дня пожилых людей в Петропавловске прошел шахматный турнир. В нем приняли участие ветераны, пенсионеры города. 20 человек сразились в интеллектуальной игре. В рамках мышечника пожилых людей, да, оказали поддержку пожилых людей, проходит городской турнир по шахматам среди ветеранов. Совместно с городским советом ветеранов учреждены призы, медали, кубок. Также принимают участие и инвалиды. Турнир будет проходить 2 дня. Турнир проходил по швейцарской системе. Каждый участник должен был отыграть по 7 партий. Ануарбек Казбеков в таком турнире участвует не первый год. Главная цель – не победа, говорит он. Я часто прихожу в шахматный клуб, принимаю участие в разных турнирах. Я сюда прихожу по большей степени для общения. Такие соревнования помогают нам, пенсионерам, сплотиться. Как и в каждом соревновании, здесь были победители и проигравшие. Все призеры шахматного турнира были отмечены грамотами, кубками и ценными подарками.